Детский лагерь спорткомплекса «Шериф» открыл набор на лето. Всего будет 7 смен. Записать ребенка можно уже сейчас, выбрав удобные 2 недели. Плескаться в бассейне, играть в теннис, футбол, волейбол. И вот в такие водные битвы можно будет уже с понедельника. 27 мая на спорткомплексе «Шериф» стартует первая летняя смена. Все 2 недели заезды расписаны по минутам. Скучать будет некогда. В программе новые мастер-классы, экскурсии, квесты и, как обычно, много спорта. Можно уже сейчас зарезервировать место на любую смену. Мы с 27 мая стартуем. У нас будет первая смена, всего будет 7 смен за все лето. Каждые 2 недели новая смена. Но у нас всегда много спорта. Еще больше развлечений, у нас всегда потрясающие условия. Они живут здесь же, в нашей гостинице, в гостиничных номерах, 4 раза питаются. Мы знаете, как узнаем, что дети хорошо отдыхают? Нам родители говорят, они вот домой приходят, они зачастую даже ничего не перекусывают, они сразу так отваливаются и спать. Летний лагерь принимает детей от 7 до 12 лет. Каждый заезд отличается программой и развлекательной, и познавательной. Например, здесь покажут и расскажут, как создать компьютерную игру и научат оказывать первую помощь. У нас очень опытные вожатые, которые не первый год с нами работают. И им, конечно, можно ставить памятники. Они умеют с детьми в любой ситуации найти общий язык, объяснить, подсказать. Многие люди с педагогическим образованием. В общем, умеют с детьми работать. Предварительная запись в детский лагерь «Шериф» уже открыта. Записать ребенка можно сразу на 2 смены. Для этого нужно позвонить или прийти на спорткомплекс. Здесь летние каникулы обещают быть яркими. Алиса Плахова, ТСВ.